Всем привет! С вами Лашка. Вот мы и дождались первых официальных тизеров новой локации от Тока Бока киностудия. Разработчики нам уже дали небольшие намеки в виде штатива с кинокамерой и хлопушку, которые мы могли получить на почте. Я, кстати, ее уже забрала. Итак, что мне уже известно об этой локации? Во-первых, это будет большая локация в 3 этажа. Судя по предметам, которые нам показывали, будет расположена гримерка с большим набором косметики. Вы просто посмотрите, какой классный кейс с ящиками для косметики нам приготовили разработчики. Тут и утюжок для волос, и набор теней. В общем, куча разных уникальных вещей для коррекции лица. Было бы круто, если этими вещами можно было бы реально пользоваться. Хотя, скорее всего, это лишь бутафория. Также нам показали набор камер с разным оборудованием. Тут даже есть тележка для камеры, где оператор может сидеть вместе с камерой. Я думаю, что на студии будет несколько камер разного размера для разных типов съемок. Смотрите, какой крутой складной стул для актеров и режиссера нам дадут в обновлении. Я думаю, его можно будет легко таскать с локации на локацию в руках. Это круто для тех, кто снимает сериал, так как у нас не так много предметов интерьера, которые мы можем перетаскивать в руках. Помимо всего прочего, мы получим режиссерский мегафон и уникальный микрофон «Удочка» для записи диалогов на съемочной площадке. Также в локации, скорее всего, будут павильоны с декорациями. А теперь представьте, какие сериалы можно будет снимать, если будет возможность переставлять декорации и менять фон на съемочной площадке. Как думаете, в этом обновлении разработчики добавят нам комнату с костюмами для актеров? Ну а напоследок, куда же без осветительного оборудования? Тут нам показали софтбокс на штативе, который 100% можно будет таскать по локациям, что не может не радовать. Также, как и всегда, в обновлении будут несколько новых персонажей. Я думаю, что это обновление будет супер полезным для тех, кто снимает сериалы в Токе. Я думаю, что достаточно дала вам информации для понимания масштабов нового обновления. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а на сегодня все, так что подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Также не забывайте заходить в мою группу ВКонтакте и Инстаграм, а также в группу ВКонтакте Тока Бока. Всем пока-пока!